Утро 3 дня августа. Собираемся ехать в Москву. Саня закинул меня на стоянку, сам поехал в мастерскую вперед, потому что мне еще одеваться, дальше я пока греюсь, собираюсь. Сейчас выдвигаюсь за ним. Думаю, это будет самая длинная поездка в Москву, потому что Саня поедет на своем 200-кубовом стелсике. Это значит, что поедем мы, ну, самый максимум 100 километров в час. 16 градусов показываю, но для нынешнего лета это очень тепло. Сейчас я и пижак. Погода-то разгулялась, ты смотри-ка. Да. Не поджаримся. Ну, я думаю, не поджаримся. Че, устал? Че такое, жопа отсохла? Жопа и шлем давит. Надо его еще попробовать продавить. Так, пришло время вырубать навигацию. Мы подъезжаем к Москве. В прошлый раз, когда я туда ездил, останавливался, заправлялся на этой заправке. Но в этот раз я еду гораздо спокойнее, потому что не задерживаю цены. Но это приводит к тому, что расход топлива у меня значительно ниже.
видел, как чувак на таком мотике через пол России проехал. Откуда-то из Воронежа, что ли, он там последнюю серию видел, он до Сургута доехал. Так что это не такая уж большая проблема. 9 километров, значит. Но я так подозреваю, что там возле авиамоторной будет одище. Но в плане того, что хрен поймешь, куда что поворачивать, какой-нибудь перекресток сложный. Нам нужна первая улица Энтузиаста. Да. Там, наверное, будет. Сюда, что ли? А, во, все, первая улица Энтузиастов. Куда это меня ведет? Первая улица Энтузиастов 3. За что? Так, кажется, мы побывали у погоды в промежности. Нас, мягко говоря, залило. Только был потерян еще один час времени. Просто от Шаловской заправки отъехали километров 15. Там начался ад. Ну, я думаю, что ехать можно, когда, если не сейчас. Если ты там говоришь, что будет только хуже. Сколько, говоришь, там километров 30 продираться? Может, меньше. Вроде загерметизировался. Ну, тут уже более-менее терпимо, но вот асфальт мокрый. Он, кстати, даже почти кончился. Я не знаю, что бы мы делали, если не заправка.